30 мая Ангарск отметит свой 69-й день рождения. К празднику в нашем эфире стартует специальный проект «Ангарск. Вместе мы сила». Его участниками стали местные предприятия и компании, чья продукция давно и надолго полюбилась ангарчанам. Сегодня город, рожденный победой, поздравит сеть кондитерских «Стефани». Стефания. Изумительный бисквитный торт с кусочками персиков, конфитюром и нежнейшим творожно-сырным кремом. Визитная карточка фирменных магазинов «Стефани». В ассортименте представлено более 200 наименований продукции. От шикарных тортов и пирогов до миниатюрных пирожных. Кондитерские изделия от сети «Стефани» очень полюбили ангарчане, ведь в производстве используются только натуральные ингредиенты. Во всех магазинах «Стефани» представлена любимая классика в лучших традициях – торты «Зебра», «Наполеон», «Рубленый», «Полет». Но вообще пользуется торт брауни, допустим, торт малиновый бархат, творожно-фруктовый торт, очень вкусный такой, легкий, с фруктиками. Вообще очень хорошо у нас идут пироги. Пироги, ну, такие как домашние, начиночки достаточно, и покупатели вечерами, допустим, если не готовить, да, они берут пирожочек и с удовольствием ужинают нашими пирогами. Рыбный пирог со шпинатом или индейкой и картофелем, а еще с ветчиной и сыром. Всегда свежие, румяные и невероятно вкусные. Пироги от кондитеров «Стефани» могут стать достойным украшением стола, а в день рождения именинникам предоставляется скидка 10%. Всегда свежее, всегда вкусно и ассортимент огромный. На любой праздник или так что-то, сладости какие-то захотелось. Приехали, выбрали и все. Поздравляю всех ангарчан с наступающим днем рождения города. Желаю, чтобы в это непростое время здоровья, в общем, всем, позитива, оптимизма и всего самого хорошего. В магазинах «Стефани» богатый выбор детских тортов, тематическое оформление, герои известных мультфильмов. Вызовут восторг у маленьких сладкоежек. Юбилеи, семейные свадебные торжества или корпоративные вечеринки. Кондитеры «Стефани» готовы разработать эксклюзивный дизайн любой сложности. Фирменные магазины открыты во всех крупных городах Иркутской области – Усолье-Сибирском, Шелихове, Иркутске и Ангарске.